Здравствуйте, друзья, меня зовут Урал, я персональный тренер Порт Баку за клуб Кулы. И сегодня мы будем работать, сегодня я вам покажу, как разрабатывать правильно все три части плечи. О чем? Естественно, как вы, первое задание у нас идет базовое, начнем с жим гантелями. Теперь чем начать приведение, выпрямим спину, плечи откидываем назад, локти чуть-чуть пускаем вперед. Теперь поднимаем взгляд, продолжаем вверх, сужаем наверху гантели, медленно темпом опускаем. Задание на аппарате кроссовера. Будем там работать на каждое плечо. По отдельности. Сейчас поднимем каяночку. Та же самая система. Локти в полусогнутом состоянии. Спина выпрямлена, плечи откинуты назад. Не сгибая локтей, мы продолжаем медленным темпом работать. Повторяйте это с другой руки. Все совершайте, естественно, не торопясь, медленным темпом. Продолжаем работу над плечами. Сейчас мы переходим на переднюю дельту. Будем разрабатывать переднюю дельту. Для этого нам понадобится гантели. Практически той же самой системы. Стоим ровно, плечи откидываем назад. Не торопясь, в полусогнутом состоянии наши локти. Выпрямляемся. Чуть выше плеч поднимаем. Медленно опускаем. Продолжаем работу. Во время поднятия мы сужаем щелки кости. Let my nightmares go. I put on everybody that I knew from the go. I know hoes that was frontin' when they knew he was broke. They say, damn, easy, easy, you don't know us no more. You get that big fame on me and you just changed on me. Это была проработка передних пучков. Сейчас мы переходим на заднюю дельту. Продолжаем. Подойдем. На проработку задней дельты есть много версий. Естественно, так же и как проработка передних, средних и задних пучков. Мы просто сейчас, в данный момент, работаем те, которые более оптимальны спортивным. Спина выпрямлена, пол согнутый в состоянии, также стену. Поднимаем локоть, ни в коем случае спускать нельзя. Максимально натягиваем назад.
Делаем. Будем это зарабатывать. Смит спускает сзади головой. И мы на этом будем закруглять. Общее наше задание сегодня на плечи. For my city, on for my city. Put on East Side. Сиденье. Во время, когда мы отпускаем, желательно максимально вниз. Подняли медленным темпом, заново повторяем. Вот и все. Мы завершили быструю работу на плечи. Дорогие друзья, на следующем видео вы увидите мой коллега Резван. Он покажет полосу, как разомкнуть бицепс и трицепс. Спасибо, до скорых встреч. I got the Jesus on the chain, man, that don't mean shit, 'cause when the Jesus pieces can't bring me peace.